Семья и близкие Алексея Навального заявляют о серьезной угрозе для жизни политика. Опубликованные ими данные анализов крови могут свидетельствовать о прогрессирующей почечной недостаточности или сопоставимых проблемах. По словам лечащего врача Навального, кардиолога Ярослава Шихмина, с таким уровнем калия человек должен находиться в реанимации, поскольку есть угроза внезапной остановки сердца. «Наш пациент может умереть в любой момент», – написал он. Это подтверждает в своем фейсбуке реаниматолог Института нейрохирургии Александр Полупан. Цитата. «Если не начать лечить, то он умрет в течение ближайших дней». Состояние Навального осложняется тем, что он уже почти 3 недели держит голодовку, требуя допустить к нему независимых врачей. После отправки в исправительную колонию политик жаловался на проблемы, которые могут быть связаны с его отравлением в августе 2020-го. Европейские лаборатории и Организация по запрещению химического оружия установили, что он пострадал от действия боевого вещества группы «Новичок».